Здравствуйте, дорогие друзья! Мы все еще на Белорусском вокзале, куда продолжают приезжать ребята из группы, которые недавно заходили в Варшаве в американское посольство и получили долгожданные американские визы. Вот они в паспорте СНГ. Ребята были по рабочим визам в Польше и заходили с Ильей в посольство. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Нар, я приехал на Кыргызстан. Так, здорово. Вы как, вы рады вообще, что такое произошло, событие? Да, я приехал на Польшу, на Америку, на посольство. Угу. Получилось визитку. Отлично. Спасибо Татьяне и Алексею. Супер. В США куда поедете? В какой город? Я город, поеду скоро в Нью-Йорк. Супер. У вас там друзья, знакомые, кто-то да, есть? Да, есть. У меня друзья есть. Спасибо, Алексей. Отлично. Я за вас очень рада. Я думаю, все рады. Поэтому, друзья, спасибо. Увидимся с вами в новых роликах.